Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Они любят делать других людей счастливыми. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Узость интеллектуальных горизонтов, капризность, отсутствие здравого смысла, легкомысленное отношение к финансовым вопросам – такой человек живет исключительно ради денег, и вместе с тем он иногда расточительный и безответственный. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. В материальном плане эти люди ориентированы на результат в виде финансовой выгоды. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.